Вот нас привозят автобусом на отправную точку. Мы приехали сейчас. И здесь видели прямо оленей. Они уже практически не боятся людей, вижу. Вон человек идет. Добрый день, мои друзья! Это видео сделано специально для тех, кто собирается посетить национальный парк Йосемити во время своего путешествия по США. Национальный парк Йосемити – один из самых популярных природных парков на западном побережье. Он расположен в центре штата Калифорния, между городами Лос-Анджелес и Сан-Франциско, в предгорьях Хай-Сьерра. Ежегодно этот парк посещают около 4 миллионов человек. Больше приезжает лишь в знаменитый на весь мир Гранд Кэньон. Посещение Гранд Кэньон тоже можно увидеть на моем канале. В Йосемити можно увидеть редкое природное сочетание живописных долин, высоких гор и альпийских лугов, красивые водопады и величественные ледниковые скалы, а также самые большие деревья в мире – гигантские секвойи, которые еще иногда называют мамонтово дерево. Смотрите, дикие размеры этого дерева. Сегодня у меня запланировано посещение самой известной рощи гигантских секвой Mariposa Grove. Возраст этих деревьев составляет около 3000 лет, высота до 95 метров, а диаметр ствола до 12 метров. В роще Mariposa Grove их насчитывается около 500. Путь на 2-3 часа. Возьмите в расчет, что здесь у вас есть подъемчики. Он обещает, что потом будет все время спуск. Звездные экземпляры секвойи включают дерево Вашингтона, а также калифорнийское туннельное дерево, срубленное в 1800-х годах для прохода карет. Старейшая на данный момент гигантская секвойя имеет возраст порядка 3200 лет, и это достоверно установлено по годовым кольцам. Факт. Хотя возраст некоторых из ныне живущих деревьев оценивается в 3500 лет. Национальный парк – это место, которое привлекает около 4 миллионов посетителей в год. В роще Mariposa растут настолько большие деревья, что их трудно уместить на фотографии. Это 3 градуса, хотя их больше.